Я руководитель направления безопасности торговой сети. Если я узнаю, что кто-то выставляет просрочку назад, человек вылетит с позором из компании. Заждались наших видео. Ну, так получается, что нет возможности ходить почаще. Пока. Сейчас будем наверстывать упущенное, так сказать. Пойдем сейчас проверим магазин «Пятерочка». Здравствуйте. Покупаем у вас хлеб. Нет? Не покупаем, а что делаем? Нельзя покупать? А где написано, что нельзя? А вы кто? Директор? О, прекрасно. Так мы сейчас с вами будем общаться. Хорошо. Как вас зовут? Светлана Сергеевна. Светлана Сергеевна, скажите, пожалуйста, почему у вас хлеб реализуется без маркировки и без упаковки? Мы торгуем по правилам. Я вам сейчас покажу. Я все распечатала, то, что нам присылали. Хорошо, давайте, показывайте. Будет интересно, может, у вас что-то новенькое появилось. Реализация, это чьи правила? Я понимаю. Это то, что нам прислали внутри нашей компании, правила. То есть это правила в вашей компании, правильно? Это то, что мне прислали по этим правилам, по этому регламенту я работаю. То есть вы хотите сказать, что вся вина – это вашего руководства, а не ваше личное? Нет, я ни в коем случае не могу свое руководство сейчас, ну, как бы в чем-то обвинять. Угу. Но работаю я по регламенту. Ну, если я вас правильно понял, вы показываете правила, внутренние правила организации. Торговой сети «Пятерочка», правильно? Вы на них ссылаетесь. Да. Знаете такой технический регламент Таможенного союза 022/2011? Технический регламент Таможенного союза. Я сейчас с вами спорить не буду. Сейчас всю выпечку, которая у меня лежит неупакованная, я сниму. Ну и дальше созвонюсь со своими руководителями и спрошу, как мне быть, во что упаковывать, как этикетки какие делать, да, ну, как бы как оно раньше у нас и было. Мы с вашим руководством уже общались, это буквально через дорогу. Утилизировать эту просрочку при нас. Моментально, при вас. Саш, надо прямо со всеми, с СБ сегодня сейчас созвониться. Ну, нужно только время, нужно сначала. Какое время? Списать должны. Ну, списать сколько времени? 10 минут. Артур Дмитриевич, вот, он пообещал, что после того, как мы выявим у вас какое-то замечание, вы буквально сразу же в течение 10 минут утилизируете это при нас. И тогда, конечно, у нас есть прямой телефончик его. Ну, так что ждем. Более того, он пообещал, что будет приняты соответствующие меры дисциплинарного характера. Я так понимаю, к вам. Да, значит, вас накажут. В общем, получается, что он никого не предупредил, ни одного из руководителей магазина. Потому что они не знают о том, что они должны утилизировать. Нет даты дефрастации. Вообще никакой. Вот здесь снизу должно быть указано. Они дефрастируют, изготовлено 8.01. Ну, я думаю, что он сразу дефрастировал и, соответственно. Написано «горячий хлеб», я трогаю, они вообще не горячие. Ну да. А хлеб вообще вчерашний, не сегодняшний? Ну, я рядом с ними стою, и мне все равно скидывают все с витрины прямо туда и требуют утилизации. Никакой утилизации вы делать не должны. Вы отказываетесь утилизировать, правильно, при нас? Нет, мы утилизируем. Но нет, при нас, как... при нас, я уточняю. После того, как мне скажет об этом директор кластера или Артур, чтобы они мне... То есть вам не поступило распоряжение о том, что в случае, если потребитель требует утилизацию при нем, то вы это делаете? Нет. Все, я вас понял. Мы снимали с витрины, утилизировали, потому что у нас есть договор с людьми, которые забирают. Я знаю. Артур Дмитриевич мне это рассказал. Да, поэтому мы на улице не выбрасываем. Да. Вы торгуете просрочкой, я знаю. Вы продаете просрочку. Даже здесь подтверждают, что у них есть договор, они продают просрочку. Нет, мы не продаем. Какой договор там заключен, я не знаю. Я просто А мы знаем. Отдаю. Есть подрядчик, который это выкупает там за... В месяц платит 1000 рублей компании, он это покупает там, в дальнейшей реализации. В ресторанах и так далее. То есть оно все равно попадает в пищу людям. Человек 1000 рублей в месяц платит и продает просрочку. Слушайте, это законом, а он делает? Это законом не запрещено. Продавать просрочку? Это именно пищевые отходы. Мы торгуем пищевыми отходами. Согласно договору. Вам договор можешь показать еще. Продаем пищевые отходы организации, которая у нас это покупает. Пищевые отходы не приобретают у нас. Могу еще раз повторить. Если у вас просроченное кофе, например, да? Вы его кому даете на реализацию?
тем товарищам, которые кого кормят? Свиней, кого? Слушайте, кто ест кофе? Вот с данным вопросом вы можете идти обратиться, не знаю, на улицу, как хуже. Вы платите деньги за утилизацию, либо вам платят деньги? За эту утилизацию нам платят. Что, не с магазином? Молодой человек, а вы с какой целью нас снимаете? Вы на работе находитесь или как? Такой со спины тихонечко съел и пошел. Это не сотрудник. Не сотрудник? Нет, это не сотрудник. А, я думал, это ваш охранник. Артур Дмитриевич, это вот Денис и Владимир, которые у вас были в гостях на общение. Вы сказали, что... Ну вот мы пришли в магазин «Пятерочка». Напротив вашего офиса, это Ленина 71, ну, булочки, соответственно, ничего не упаковано. Вот. И вы говорили, что хорошо. После нашего девочки, разговора возьмите, пожалуйста, ТСД. Все руководители кластера будут приведены, что когда мы приходим, хотя не ТСД, наверное, штука перепишет. То при нас утилизируют. Никто не в курсе, ни директора, ни руководители кластера, кроме, я так понимаю, Сысоева. А, ну то есть все будет нормально, да, как обещали? А, ну все замечательно, спасибо. До свидания. Ну все, добро. Будете утилизировать или нет? Потому что Артур Дмитриевич сейчас сказал, что будет. Конечно, вот. Все, вот человек встает, она сейчас переписывает. Все, вопросов нету, вопросов нет. Потому что вы сначала одно говорите, теперь другое. Мне перезвонили, сказали. Все, вопросов нету. Взяли слово у Артура Дмитриевича, он пообещал. Обещание, как обычно, надо сдерживать. Упаковывать-то будете? Да, сейчас. Все, вопросов нет. Я думаю, что будем, да. Конечно, будем. Мы же так и делали. Мини-багет. А вот у вас еще есть вот такие. Мини-багет. Питерский плюс 2 еще. Мини-багет 5. Реализуют продукты, как булочки, которые позволяют непосредственно пищу. То есть это жареный орех, его можно сразу кушать, а он не расфасованный, лежит, пыль летит, мухи наверняка, мыши есть, а то и крысы. Ну, мы видели, да. То есть товар, который может быть употребляться без термической обработки и мытья, должен продаваться обязательно в упакованном виде. Совершенно верно, он лежит. Просто соответственно, это нарушение санитарных норм. Жареный арахис, то есть, соответственно, он уже жареный. Они все скрыты, соответственно, даже пыль вот чищенная. Светлана Сергеевна, у вас тут еще замечание. Ну чем-то зальете, химией какой-то, керосином можно. Что зальем? Отсутствует дата дифрактации. Вот здесь обязательно вы должны ставить дату дифрактации. Вернее, не вы, а к вам это подходить должно уже, дифрактированное. Потому что магазин... Я поняла вас, поняла. Вы вытащили из морозилки про это, про пикаль. Вы не имеете права вообще их дифрактировать. Почему? Потому что запрещена дефрактация магазинами, реализующими данный продукт. Вам торты приходят уже дефрактированные, правильно? Торты, да. Знаете, чем можете залить при ребятах? Вот видите, там средство химическое для печей стоит. Доводим. А вы? Так. Стоп. Что это такое? Светлана Сергеевна, давайте, не надо у нас ничего забирать, все при нас должно быть. Это не зачем? Надо таким заниматься. Потому что мы будем это утилизировать. Вы будете это утилизировать. Конечно, будете. Мы его расфасуем. Нет, вы будете это утилизировать. Оно лежит в таком состоянии, неизвестно сколько. Я на видео прям взял, пошурудил. Кто до меня шурудил, неизвестно. Мыши шурудили, бегали наверняка. Я, конечно, могу туда плюнуть, но я этого делать не буду. Не, ну мыши могли. Они же пойдут и расфасовывают. Вот мою слюну и расфасуют. Мне рассказали историю, бабушка одна сыпью покрылась по всем врачам и не могут определить, что. И врач стал спрашивать, расскажите, на ком этаже вы живете? А мне на первом. А мыши есть? Да, есть мыши. Взяли анализ прекрасный, там чего только нет. Мыши по продуктам побежали, она это скушала. А, миндаль. 1300 рублей килограмм. Да. Но явно это не за одну неделю. За составу слишком мало. Лежит месяц минимум. Может быть, расфасовка. У них одна и та же ложка для орехов, для изюма, для всего. Не, ну тут много ложечек, смотри.
Ну, но мне вот это называется, кто куда положил, кто какую взял. Мне вот это нравится больше всего, что там она в прекрасном состоянии. Они вот говорят, не отдаем. А тут у меня орехов на такую сумму, что вообще просто. Ну, заплатите из рук кармана, нормально. Вот, берег, классно. Заплатите. Угу. Хорошо, хорошо. Мне сказали нажать кнопку ГБР, что типа. Ха, нажимайте кнопку. Артур Дмитриевич не сдержал свое слово, получается. Да. Смотри, вот, вот, вот он конфликт получается. Когда на большую сумму утилизировать не будет. Если вдруг вы находите, я предлагаю вам записать номер телефона Александра и мой. Если кто-то из этих сотрудников будет как-то препятствовать или будет, не дай бог, там как-то агрессивно себя вести или высказываться неправильными словами, можете нам об этом сразу сообщить. От лица департамента безопасности я вам гарантирую, что ну, этот товар будет списан и утилизирован. Если я узнаю, что кто-то из моих сотрудников торгует просроченным товаром с целью дальнейшего употребления его в пищу, человек работать в нашей компании не будет. Мы ничего не портим. Блин, вот что-то не глупый. Так что, давай тогда Артуру Дмитриевичу позвоним. Да, да. Что мы выявили другой некачественный товар. Ну что, так по каждому товару будем ему звонить? Артур Дмитриевич, это мы опять беспокоим вас. Выявили у вас некачественный товар, вот лежит неупакованные всякие орешки. Орешки, какие-то изюм, цукаты. Ну просто в открытом виде неупакованные. Которые употребляются с родным. Ну у вас и булочки были в открытом виде. Орехи, чтобы я увезла. Нет, не отдаем. Зафиксировали, не отдаем. Специально, да, я зафиксировала, что не отдаем. С Артуром Дмитриевичем разговариваем, решаем данный вопрос. Хорошо. По поводу утилизации. Ну вот они говорят, что хотят утилизировать, но хотят у нас забрать. При нас утилизировать отказываются, потому что есть большая сумма. Орехи уже. Булки, да. Ага, ну хорошо, будем ждать, позвонить. Он сказал, что он позвонит в какой-то отдел реализации, что ли, какой-то Питер, что ли. Угу. И узнает, можно ли так продавать. Он до сих пор не знает это? Мне кажется, он... Но это тоже те же самые нарушения, как с хлебом. То же самое, абсолютно. Нет, то же самое. Ну, мне кажется, просто им это... Не надо, не хотят они это знать, к сожалению. Светлана Сергеевна, так вы хотите это на утилизацию или куда забрать у нас? Я не буду ничего комментировать. Какой штук, что спросили нас? Не, вы сначала сказали, что вы хотите перефасовать. Комментариев больше не будет, у меня очень много работы. 10 минут обещали. 10 минут. Да. Мы уже потратили 20. Очень люблю вот этот пирожок с маковой начинкой. Ходим до 27.01. Сейчас 27.01. Просрочку вы тоже не снимаете, да, девушки? А смотрите, а зачем? Сейчас молодые люди, утро, да, то есть мы пришли, мы все внимание на вас, ага. И поэтому не успели. А мы виноваты, да? Нет. Это вчера виноваты. Уже должно быть снято. Не виноваты. Понимаете, открыться магазин должен быть без просрочки. Это вчера вы должны были. Можно я посмотрю? А зачем? Да. Вы и так видите. Мы сейчас хотим купить. Можем? Кто-то там что-то там вовремя не снял, и не дай бог это как-то дойдет до потребителя. Ответственность принесут все. Мы сделаем возврат и накажем еще при этом всех сотрудников лица и директора магазина тоже. Будем до 27-го, сегодня 27-й у нас. Я попробую и попробую платить. Да? Я же не отказываюсь от платить, правильно? Не отказываюсь. Да, я, да. Могло быть и лучше, будь оно свежее. Я думаю, теперь надо попробовать оплатить. Здравствуйте. Посниматься? Нет, нет. Вы в коммерческих целях будете это использовать. Конечно. Где хотим купить? Я вам попробую, хочу купить. Отлично. Сколько там? Сколько стоит? 120? Я, смотрите, я вас не буду снимать, я вам в кадр вниз. А, вон, 125.
150. Что у меня? Так, вот, ну это бриошку будет. Вот снимаем. Набрал 150. Это общественное место. Ну, какая умница, это общественное место. Что, мы покупаем, дайте нам его расплатиться. Сейчас выйдет. Не отвлекайте кассира, а то он ошибку сделает в сдаче. Анна вас зовут, Бережкова. Зачем отвлекаете? Не надо. 27 рублей, это ваше состояние? Я еще раз подчеркиваю, что я общаюсь с вами как с покупателем. Конечно. Надеюсь, что в съемке не появится где-то в коммерческих целях. Все нормально, продали. Не продаем, 130 рублей. Сейчас, подожди, Владимир, еще так надо. Товар, покажите. Нет, это мой товар. Так, показывать. Мы же вам показали, когда вы пробивали. Вы же руки убрали. Ну, ваша задача принять... Постановочные вещи. Постановочные вещи? То есть мы принесли с собой ценник 35,49. Угу. Они продают по 37,90, я их с принципа взял. У вас даже указано, даже реклама идет, что вы обязаны вот по этой цене продать. Я знаю, мы когда, если мы, наша вина есть, мы возвращаем либо разницу. Я еще не купил, продайте мне по цене, которая у вас. Я вам сейчас разницу верну. Как-то вы мне разницу вернете, если я вам ничего не даю. 2 рубля, я сейчас верну вам разницу. Нет, я вам заплачу. 35. Я вам еще раз объясняю, я сейчас не пробью, потому что ценник старый. У этой воды уже новая цена. Я вам, вы можете меня хоть вывернуть наизнанку, да, но я не пробью. Анна, не в смысле, послушайте меня, Анна, послушайте. Аппарат. Вот перед вами стоит юридически грамотный человек. Да, я тоже юридически грамотный. Прекрасно. У меня есть юридическое образование. Прекрасно. Ну, иногда, образование не говорит о грамотности. Конечно. Упаковка весит что-то тоже. У вас на упаковке написано, сколько, какой вес. Я не собираюсь сейчас есть, я буду есть через 2 дня. На чем мне должна порция в холодильнике лежать? Извините, значит, я вам по-другому не взвешу. Если у вас публичная оферта предложена по цене 35 рублей, да? Неважно, старая эта цена была, новая, какая угодно. И когда вам предъявляют на кассе, и у вас вдруг на кассе выявилось, что 37 рублей, вы должны продать по 35. Вы это согласны? Я, как администратор магазина, признала вину, то, что да, у нас... Нас не интересует вина, нас интересует публичная оферта. Мы акцептовали публичную оферту по 35 рублей. Пожалуйста, продайте товар по 35 рублей. Сейчас этот напиток не продастся. Я вам объяснила, почему. Потому что ценник от декабря, цена... Сегодня у нас какое число? Январь, правильно? Зачем вы скрываете упаковку? Вы вообще нормально, адекватно, нет? А по-моему нет. Я вам сказал, взвесите. Вы что делаете? А я не могу вам взвесить. Можете. Вам? Можете, не обязаны. Вы что творите-то? Совсем что ли с головой не дружите? Я что-то не пойму. Чек вы можете на 37 рублей выдать, но он вам дает 35 рублей, а не полную сумму. Я же 35 у него попросила 35 рублей. Я списать баллы еще надо. Можно списать. Давайте спишем. Да я поведу здесь. Пятерочки юриста работают. Давайте. Ну, давайте. Так проводите. Ну так да. Высветите долго, что мне проводить? Так. Мне вы кассу не знаете. А, к сожалению, да. Не знаю. Аж на 3 рубля хотели тебе там помнить, да? Ай-яй-яй. Юля, а здесь мы карты проводим по обоссерминалу просто? Почему? Карту клиента. С каждого по чуть-чуть. Вот тебе уже и канал. Списать баллы, я и хочу. Ну так я вот прошу человека, он мне не дает. Как мне списать? Ну так проводите. Так я вас спрашиваю карту, вы мне карту не даете. Вы говорите, проведите. Я говорю, куда проводить? Вы сказали, проведите. Ну а камера все фиксирует, все ваши слова. Вот здесь надо проводить, нет? А, нет, Анна, я вам советую все ценники, которые у вас сейчас да, есть, сейчас пересмотреть есть. Обязательно. Потому что иначе это называется обман потребителя. Есть статья даже административная за это дело. Нельзя обманывать. Потому что очень много пенсионеров покупают у вас продукты. Понимаете, конечно, они на прилавке, когда видят, да, выбирают и копеечки экономят, а домой приходят, смотрят в чек, а там совсем другие цены. Ну, сами знаете, это очень некрасиво. Да, поэтому цены должны соответствовать, которые в чеке, которые у вас на витрине выставлены. Юля, подойди, пожалуйста. Я просто...
Меня перевели с другого магазина, я ищу кассу просто. Так вам надо было на юриста идти работать. Мне нужно карту списать по человеку после подготовки. Может быть, я не той стороны. Хотя обычно она должна быть. Он же показывает. Долго воду покупаешь. Да это капец. Вот, все. Угу. Все, списывай, Денис, да? Ты какой-то проблематичный. Да. Уже воду не могут продать даже. Анна, мы заходили в магазины, и свет пропадал. Вот видите? Да. Не, ну как он пропадал? Даже свет. Его выключали просто, понимаете? Просрочку пробьем через терминал, вот это самообслуживание. Он пройдет. Пройдет? Не будете отключать? Кого? Ну, терминал. Не, в некоторых регионах отключают. Зачем? Ну, не знаю, чтобы не дать возможность купить человеку просрочку. Чтобы он шел на кассу, а на кассе ему отказывали. Слишком много таких юристов просто. Да. Ну вот, которые не знают законов. Что случилось? Как вы это? Что вы даете? Доплату наличными? Нет, 1 рубль. Как вы это даете? Можно отменить и заново вести. Так, ответьте. Да. Это вообще купить лимонад? Такая проблема. Анна, у меня пленка заканчивается. Я специально так сделала, чтобы у вас пленка закончилась. Так пожалуйста. Почему юристом-то не пошли? Если подтверждено даже дипломом, вы прям подщелкиваете. В смысле, почему не пошла? Откуда вы знаете, что я не работаю? Может, у меня частная практика? Анна, тогда, может, мы скопируемся? Нам нужны помощники. А? Ну, у меня просто вот это не мое. Разные вопросы. Какие вопросы? Вот по ДТП интересуют? Вы считаете, что вы... Ну, я понимаю, что вы занимаетесь правильным делом, но это не мое. Анна, я не только этим занимаюсь. Я занимаюсь вопросами некачественного оказания услуг. Вот у меня, допустим, сейчас на данный момент есть дело по поводу стоматологических услуг. Наверное, слышали такая? Да, конечно. Фирма «Кристалл» есть. Конечно. Ну, с моей точки зрения, мошенническая фирма. Вот сейчас взыскиваем деньги. Я думаю, взыщем. Сегодня у нас 27 января. 4 месяца. 10, 1, 12, 13, 1 число. 3 включительно. До 3-го включительно. Понятно. Ну, при нас телевизор. Вот 7-го. Вот 25-го, 48 часов. А вот у нас на лень. Ну, это уже идет. Вот так вот. Ну, то есть сколько тебя не было? Ну, минут 5 максимум. Ну, где он нашел? Изготовленное. 5.01, срок годности 20 суток. То есть 24-го числа был последний день. А чего бы нет? А зачем? Сегодня же 27 число. Зачем снимать? Елена Владимировна, значит, смотрите, мы, скажем так, покупатели, потребители, активисты, блогеры, волонтеры, называть можно нас как угодно. Пришли конкретно в магазин, выявить, какие замечания здесь есть. Предварительно мы разговаривали с руководством данного магазина, данной сети Мурманской области. Артур Дмитриевич, он нам пообещал, что если мы выявим какие-то замечания, при нас в течение 10 минут будет утилизирован товар. Значит, мы зашли прямо с порога, заметили, что хлеб реализуется в нарушении технического регламента Таможенного союза Санпин. Значит, сняли с продажи, все, вопросов нету, мешок положили, сейчас должны при нас утилизировать. Аналогично, иную продукцию выявили, вот в данном случае орешки. Но с учетом того, что орешки дорогие, они говорят, мы не хотим утилизировать. При вас понятно, что они хотят рассосовать и выставить на повторную продажу. Нет, есть такое понятие, как реализация продукции в упаковке, раз, и с маркировкой. Uh-huh. То есть покупатель, когда что-то покупает, он должен не переживать за свое здоровье, что он отравится и тому подобное. Вы наверняка видели видеоролики, когда крысы бегают, ну, да, вот по товару. Да. То есть есть определенные требования. Вот этот товар, он не должен сейчас фасоваться и выставляться на продажу. Я вас поняла. Он сейчас должен быть утилизирован. Сейчас конфликт в чем? Вот. Нет, конфликта нету. Мы ждем, когда они при нас утилизируют. Все. Какой конфликт может быть? Прокомментируйте, пожалуйста. Сливочное масло. Комментарии? Да? Да. Странно, 3 числа января. Стек сургунность. Комментарии? 24 суток. У меня доставка. Вот и насрать, извините, грубо сказать. Ну, плевать на ваше здоровье. Грубо говорить. Работник магазина говорит, что комментариев не будет. Хотя он должен давать комментарии. И общаться, в том числе со средствами массовой информации.
И вот это вот директор с его слов должен быть уволен. И мы проверим, уволит он этого директора или нет. Потому что на нашей беседе он обещал это сделать. Вот Светлана Сергеевна, вы слышали? Сейчас, Артур Дмитриевич обещал увольнять таких директоров, как вы. Вы, если приходите и определяете какие-то свои действия, то есть каждое действие должно подтверждаться. Вы живете по закону? Каким-то договором? Я да. Да? Да. Вот. Вы будете, возьмите ребенка. 25 суток прошло. Нет, подождите. Мы сейчас говорим о другом. Почему? Подождите, я посмотрю. Потом посмотрим. У кого должен быть и с кем, дал и что? Добро, уходить, это все вот. Для того, чтобы мне прийти в магазин, Елен, слушайте меня внимательно, вы задали вопрос, я вам его отвечаю. Для того, чтобы прийти в магазин, мне не нужен никакой договор, никакое разрешение и тому подобное. Вы с кем договаривались там? Нет, я ни с кем не договаривался для того, чтобы прийти в магазин. Мы договорились о том, что если мы выявим просрочку, то ее будут при нас утилизировать. Это пообещал региональный руководитель. Он пообещал. Ну, у вас есть вопрос еще какой-то? Нет, у меня вопрос. Нет, я вам ответил, исчерпывающе, что не нужен договор. И когда я вам говорю, что блогеры и тому подобное, я вам перечислил все варианты, чтобы, как говорится, угодить вам, понимаете? Но началось с того, что мы покупатели и потребители. Спасибо за внимание. У них даже вид уже, понятно, что они позже. Ну, то есть там... Да, уже все, когда подходит, они все такие. Все три там. Здесь тоже самое, 2 часа. Ну вот. Раз маркировки. Да нет, конечно. Нет маркировки. Что мы делаем в этих случаях? Снимаем с реализации. Я ее не вижу. Соответственно, просрочилось, и они высыпали. Мы здесь стоим, может, нам придется полицию вызывать. Да, давай, собери. Ага. И уже с этими со всеми делами будем вызывать полицию. Андрей Владимирович, давно вас не видел. Вообще-то Александрович. Александрович? Ну, ничего страшного. Давно, говорю, не видел. Да я думал, вы успокоились. Я вас поменял. Да я абсолютно спокоен. Ну, пойдемте пообщаемся. Пойдемте пообщаемся. Был предварительный разговор с руководителем региона данной сети, Пятерочка. Если приходим в какой-то магазин и находим какие-то замечания, то при нас это все утилизируют в течение 10 минут. Вот, взяли слово, нам пообещали. Пришли мы сегодня в магазин с проверкой, как мы ему обещали. Вот. Первым делом мы нашли хлеб. Вот, хлеб при нас еще не утилизировали, только сняли с реализации. Вот он в мешках, можете посмотреть. Да. Все нормально, как бы вопросов нету. Следующие замечания. Мы сняли с реализации вот эти вот орешки. Ну, то есть все, что подлежит употреблению без термической обработки, мытья и тому подобное, должно быть упаковано в потребительскую упаковку, иметь маркировку. Все это вы знаете, не буду вам рассказывать. Соответственно, поскольку этот товар дорогой, да, его решили почему-то не утилизировать при нас. Вот эти орешки уже, возможно, в фасованном виде появятся. Да. Как у вас дела? Сейчас вроде как-то вы немножко получше, когда я вас последний раз видел в магните, в плазе. Там как-то вы немножко припухшие были, не? Не побухиваете, не? Улыбаетесь. Не побухиваете, не, все нормально. Тогда вы плохо выглядели. Спасибо. Сейчас лучше, я говорю, лучше. Ладно, мужчина. Ну, всего хорошего, до свидания. Сейчас у нас 11:10. Ну, без 5 минут час прошел. Ага. Ну, почти час прошел. Ну, сейчас пройдет больше часа, товар не утилизирован. До сих пор мы собрали они хлеб, вот я сейчас покажу. Это хлеб, который мы сняли с реализации. Вот он. Насыпали и все. Обещали залить это химией, но так ничего не делали. Ну, в общем, сейчас вызвали участкового. Будем ждать, когда он приедет, будем уже качественно отправить в магазин. За реализацию просрочки. Артур Дмитриевич Мячин, вы обещали, что будет все утилизировано в течение 10 минут. Прошел почти час. Хлеб собран, не утилизирован, как вы сказали. Никакого согласования нет. Они не знали о том, что у нас был вообще разговор такой. Вы обещали, что примете меры дисциплинарного характера. Но вообще кажется, что за такие дела директора надо увольнять. То, что оказывается в комментариях и допускает такой огромный просрок. Также масло в причинном месте просрочено и остальное. Угу. Что вы хотели делать? Какой у вас канал на YouTube хотела посмотреть? Мамаев Про. Просрочка без цензуры. Артур Дмитриевич, это Денис. Хотели... Вы говорили, что за 10 дней надо к вам записаться. Вот мы хотим записаться к вам за 10 дней на встречу.
Что-то связи нету. Связи нет. Сейчас перезвоним. Где тебе странно, да? А? Странно, говоришь? Угу. А мне кажется, не странно. Абонент временно недоступен. Вот как это можно прокомментировать? Дает телефон, знает, прошел конфликтная ситуация, телефон недоступен. Я не верю в такие совпадения. Ты веришь? Нет. А позвони там другому руководителю по Ленинскому району. Это он говорит, что если вдруг до него не дозвонится, звони другому. Так а ему по Ленинскому, по Ленинскому. Ну ничего, просто через него запишемся, он же ответственный человек, передаст. Знаете, куда это? От слова передать. Алло. Ну как мы можем прокомментировать данные? Балаболы? Балаболы, что один, что второй. Что второй. Всегда на связи. В любое время звоните, все будет хорошо. Здесь уже даже претензии не столько к руководству данного магазина, сколько к руководству всего региона. Балаболы. Абонент временно недоступен. Пожалуйста. Замечательно. Олег, что-то со связью от Турмитрия. Да, мы в итоге ждем участкового, они даже хлеб отказались утилизировать. Так что что-то я вас. Мы хотели бы записаться к вам на прием за 10 дней. Ну, в ближайшие 10 дней точно не вот первого дня. Ага. Нет. А кто вас замещать будет? Никто? Да. Ну тут со связи проблема. Все равно с ним встретимся, правильно? Что бегать от нас? Ну, за 10 дней предупреждаем еще. За 10 дней не найдет время с вами встретиться. В отпуске будет. Да, в отпуске будет. Да. А без него все сеть стоит? Все сеть стоит. А 19-го придет в отпуске и позвонит. Ну, я думаю, 19-го. А Саша тебе позвонит? Нет, ему позвонит. А, мы позвоним. Потому что ничего они не хотят. Да ничего не будет делать. Это все бла-бла-бла было в кабинете, ни о чем. Просто ни о чем. Все, да. Сейчас заработал на просрочку и поехал в отпуск. Конечно, что делать. Они торгуют пищевыми отходами. Директор Наталья, помню даже, как ее зовут, прям под видео обещает. Все, вот так красиво все звучит. Я ей говорю, что вот, Наталья, вот сейчас вы мне на видео все сказали. Вы имеете в виду, что потом, когда я завтра, послезавтра, через неделю приду, и если я обнаружу все те же самые замечания, я ваше вот это вот обещание выложу. И как вы думаете, чем все закончилось? Ну, выложи, наверное. Алло, Артур Бедев. Меня слышно хорошо? Я слышу, слышу, да. Слышно. В общем, что, получается, что обещанные вами 10 минут не сбылись. То, что вы сказали, через 10 минут буду знать все руководители магазинов. А о том, о чем мы с вами разговаривали, об утилизации и во всем. Вот. И то, что вы сказали сейчас им все утилизировать, даже хлеб, они не сделают. То есть, получается, они вам не подчиняются. То есть, вы для них никто и звать никак. Ну, а для нас, извините, Артур Дмитриевич, вы балабол. Это все, что я хотел вам сказать. Как вы прокомментируете, что вам не подчиняются? Я подвел то, что выйду, мы с вами встретимся, ситуацию обсудим. Потому что сейчас то, что мне говорите, там, можно делить на двое. Давайте подвел только встретимся и все. Ну, тогда сами позвоните нам. Ну, вы сейчас не можете назначить, вот вы знаете, когда выходите с отпуска. После 12 числа мне позвоните и договоримся о встрече. А сейчас нельзя, да? Чего? Сейчас нельзя договориться о встрече? Нет, после отпуска договорились, потому что планы меняются очень сильно. Ну ясно. Хорошо. Хорошо. Все, он прекрасно услышал. Реакция страны. На нас плевать. Есть такая поговорка, рыба гниет с головы. Если руководитель не знает вот этих элементарных норм, о которых мы уже много раз говорим, то как могут знать ваши подчиненные? Я не знаю, что делать. Понятно, что это будет все очень долго. Не знаю, может быть, сейчас под... Светлана Сергеевна, можно вас на секундочку?
смысле занята? А мы для вас что, насрано, что ли? Я не могу понять. Что значит занята? Что вы хотите? Ну, так вот, подойдите, пообщайтесь. Я слушаю. Значит, смотрите, мы очень сильно устали. Я понимаю. Дайте нам, пожалуйста, либо стульчик, либо, я не знаю, вот я предлагаю, мы сейчас это сфотографируем. На другом оборудовании это серебряное. Я понимаю, я говорю, что мы сейчас будем ожидать полицию очень долго. У нас есть возможность как бы либо в машине посидеть, подождать. Но единственное, чтобы вот это все никуда не пропало. Ну, не трогай, посидите в машине, оно что, вот. Под камерой. Денис, смотри, давай сделаем так. Пойдем в машине посидим. Вот, я сейчас на всякий случай сфотографирую это все, потому что у меня спина просто, ну, не железная. До сотрудников полиции, до прихода. Раз, два, три, четыре, пять, шесть тележек с просрочкой. И мешок. Да, ну и мешок. Вот в таком виде мы пока оставим это все. Пойдем посидим в машине, потому что очень тяжело ожидать. Уже больше часа. Сколько мы здесь находимся примерно? Больше часа. Больше часа, вот понятно. Ну все, будем ожидать. Директор Светлана Сергеевна пообещала, что никуда это не пропадет. Мы 2 часа здесь. 2 часа, да. Ровно 2 часа. Все, поэтому пойдем ожидать в машине уже в комфортных условиях. Звони, скажи, что, ну извините, ребята, мы себя не очень хорошо чувствуем. Ждать здесь по полчаса. Какие по полчаса? Больше 3 часов уже находимся. Так, звоню я в полицию. Вот, да. Да они не возьмут. Ну, будем звонить, пока не возьмут. Ну, это издевательство, я серьезно говорю. Ну, как можно потратить весь день только того, чтобы ждать полицию? Это маразм. Надо мне, чтобы зафиксировать разговор, кто чего это, чтобы вынуждены покинуть, что мы заранее их предупредили. И без нас оформляем. Зачем нужны для оформления? Я не знаю. Если возникнут какие-то вопросы, они пригласят, контакты сейчас оставим, подъедем, да, и ответим на вопросы. Ну, какие тут могут вопросы? Вот товар, вот, пожалуйста, смотрите, фиксируйте. Писать жалобу в прокуратуру о том, что просто не приезжают участковые на вызов. Я не знаю, это вина, не вина, это нехватка работников. Ну, так не должно быть. Короче, поехали по домам. Захотят? Сами позвонят. Позвонят, да. Вот у нас на видео зафиксировано, телефоны не берут, никто не приезжает. Все у нас заснято, видеозаписи есть. Если какие-то претензии к нам будут, соответственно, предоставят. Надеюсь, у них совести не хватит выложить товар. Хотя я уверен на 100%, те орешки, фигешки, херешки расфасуют, сдунут и по пакетикам распихают. Именно этого они добивались. Чтоб мы просто все оставили как есть. И на мой взгляд, полиция просто вместе с ними. Заодно устраивает умышленно волокиту.